Добрый день, уважаемые друзья! Рад вас приветствовать на канале. Сегодня 12 июня 2023 года. И сейчас хочу зайти в парник, хотя до этого уже заходил. Вот. И показать вам, как все на сегодняшний момент за время отсутствия, где-то 7-8 дней, все здесь позарастало. Вот. Начал. Вода закончилась там, соседи благодаря им немного поливали, поэтому еще что-то не засохло. Вот, сейчас набираю водичку. Вот. Здесь все немножко подросло. Немножко подросло. Уважаемые друзья, неоднократно говорил, что вот это вот сейчас навел камеру на клубнику. На самом деле, супруг разговаривал, это не клубника такая высокая, а земляника. Вот. Если посмотреть, вот здесь уже ягодки есть, и некоторые начали немножко розоветь. Тут оно довольно крупное. Вот, довольно крупная земляника. Потому что, если честно, я думал, что это клубника. Но такую, кстати, не видел крупную. Поэтому я ошибочно вам говорил, что это клубника. Вот. Поэтому все растет. Особенно трава. Вот. Помидорчики наши тоже. Рассада подросла. Вот. Земклуника тоже. Смотрю. Вот, шикарный куст ягод, чудо-ягод. Правда, зреет тоже не так быстро и неравномерно, но, тем не менее, зреет. Вот. Буду сейчас заниматься уборкой сорняков. Вот, поэтому, наверное, скорее всего, будет вторая часть, когда уберу. Вот, покажу и хочу посадить... Высадить вот эти вот, которые находятся сейчас в горшке, томаты и перцы. Потому что до сих пор еще не посадил. Точнее, не высадил. Вот, как-то так обстоят дела на сегодняшний момент и на сегодняшнее число. Поэтому всем удачи и хорошего дня.